Итак, мало кто знает, но изначально мой канал задумывался как некий обзорник на старые японские тачки, GDM, все дела. Но в какой-то момент, как это обычно и бывает, все пошло не по плану. Была сначала BMW, потом мы дошли до Вага, даже немножко затронули Америку. Но ладно, я считаю, что сейчас пришло самое время, чтобы вернуться к нашим истокам. Поэтому встречайте, самый настоящий GDM, Toyota Corina CA67. Поехали! Say that I ain't already said once. Tryna stay focused, push that thought to the front. But that don't change, that sometimes things make me question what I want. Sometimes I think too much can't save me from me. What's up? Can't smoke trees, can't get fucked up. Already fucked in the head, but I felt so good in the bed. If love was a drug, it her addicted. Have her wondering what it did, if I did. I do it better than half these dudes. Ain't talking about sex, but your bitch still sending me news. They call me a bitch, don't like my attitude. Well, I... Карина. Вот и давай снимать другим. Итак, небольшая историческая справка, что вообще из себя представляет Toyota Corina. Во времена палеозоя, когда этот кузов еще производился, в нашем случае у нас вариант свежий, 87-го года, как бы почти новая, Corina являлась более спортивной версией Toyota Corona. Потому что если мы зайдем в Википедию и посмотрим Corona в этом же поколении, то можно прям сразу заявить, сделать вывод, что была пенсия. И таким образом, сделав более стремительные линии, более стремительный дизайн, Toyota пыталась расширить свою клиентскую базу, дабы показать молодежи, что вот такие интересные спортивные тачки мы умеем производить. Ну и спустя года, спустя практически 40 лет, этот дизайн, можно сказать, стал даже еще более привлекательным. Потому что если в те времена практически все автопроизводители придерживались такого резкого рубленого дизайна, то сейчас эта машина, можно сказать, уникальная в своем роде. Потому что стоит на ней вечером на пассажирском сиденье с красивой девушкой выехать в город, и я вас уверяю, без внимания вы точно не останетесь. Потому что среди всех нынешних новых китайских мыльниц автомобилей она точно будет привлекать к себе внимание. Ну и огромная прелесть заключается в том, что это CA67 кузов, а значит это универсал. То есть у нас здесь два в одном. Мы можем и перевести холодильник, и красиво постелить с девочкой. Поэтому давайте посмотрим, насколько вместимый в нем багажник и что вообще из себя представляет задняя часть. Универсал. Опять же скажу, что это божественный кузов, который никто недооценивает. То есть у нас огромная задняя часть, открываем, и у нас здесь, ну собственно, мир роскоши и комфорта. Я прошу вас. Благодарю. Задняя стенка легко опускается, и места в багажнике становится нереально много. То есть здесь можно перевести и холодильник, мне кажется, даже не один холодильник перевести. Здесь и возили и дрова. Я думаю, была бы эта машина в Беларуси, ее бы очень актуально использовали дачники, потому что много мешков картошки сюда можно загрузить. Вот. На самом деле, старый универсал – это в первую очередь красиво, а во вторую очередь это очень удобно. Ну и, конечно, возраст дает о себе знать. На первый взгляд тут, конечно, незаметно ничего старого, но если присмотреться, то сзади мы можем увидеть с вами рессорную подвеску. Что можно сказать? Можно сказать лишь одно. Привет, газель. Все, пойдемте под зонтик. Итак, ну и поскольку мы понемногу перешли к технической части, самое время заглянуть под капот. Здесь у нас родной четырехцилиндровый рядный 1.8, 1S мощностью 53 силы и с крутящим моментом 113. Для понимания, сколько это, ну, на вашем деревенском шуруповерте крутящего момента будет больше. Но, несмотря на такие довольно скудные характеристики, подкапотное пространство у нее довольно большое. Потому что очень много проектов в интернете было, когда сюда устанавливались JZ-ы, UZ-ы, все это начинало ехать. И было очень круто. Ну, еще можно вспомнить тот факт, что у Corina было очень много модификаций. И была такая некая зажигалочка на независимой подвеске спереди, на независимой подвеске сзади и на моторе от E86 на 4 AGE. Но сейчас, разумеется, их уже днем с огнем не сыскать. Ну, я думаю, пришло время спросить у владельца какую-либо информацию, которую я не знаю об этой машине. Приветствую. Ну, Саша, можешь рассказать нам, почему твой выбор пал на столь старый, столь квадратный, столь японский универсал? Мне вообще очень нравится квадратная форма. Вообще не как обычно, и я очень люблю правый руль. Слушай, наверное, машина явно уже не в оригинале. Можешь поделиться информацией, что ты уже с ней сделал? Кузов, почти все двери заменены. Арки переваривались. Много чего варилось, очень много чего.
Лобовое менялось. Блин, надо было готовиться. А что в планах у тебя еще сделать с этой машиной? Наверное, ведь ты на этом не остановишь свои доработки. Я уже много трат сделал на эту тачку. Я уже не знаю, что, если только двигатель поменять. Но если двигатель менять, здесь надо и ходовую менять, тормоза. То есть свапы, тут вообще много чего нужно делать. В идеале бы, конечно, разобраться с рессорами, убрать их. И потом уже думать о двиге. Ну, отлично тогда. Спасибо тебе за информацию. Пожалуйста. А мы тогда продолжим смотреть нашу японскую универсальную рисовозку. 50 рублей. Ну и давайте с вами уже наконец-то на этой машине прокатимся. И что из себя представляет столь старая рисовозка? Ну и за рулем этой машины ты немножко ощущаешь себя как на тракторе. Потому что дизель все же дает о себе знать. Звук как бы имеется. Тахометра нет как явление. Как бы зачем нам ощущать какие-то, что-то измерять, зачем? Когда ушки в трубочку сворачиваются от громкости оборотов, тогда передачи и нужно переключать. Руль у нас уже не заводской, потому что заводской был охренительного, огромного, большого диаметра. Но поскольку эта машина делалась под маленьких, стареньких японцев, то вылезать им из этой машины было довольно удобно. А если же брать нас, европейских людей, нормального роста, нормального телосложения, то вылезать из нее некомфортно. К сожалению, функции, как в марке, чтобы откинуть вверх руль, здесь нет, поэтому с большим диаметром руля вылезать из нее было очень неудобно. Там кнопка аварийки, короче, как в деревне. Вот здесь? Кнопка включения-выключения света. Ну, если посмотреть интерьер, то можно с уверенностью заявить, что это японская жига. Самая настоящая. Никаких опций. Ну, конечно, в жире у нас здесь был кондиционер, был автомат, был дворник заднего стекла, что являлось достаточно роскошью. Ну а по факту как бы ничего нету, там 2,5 крутилки, 2,5 рычажка, ну и как в люкс комплектации у нас эти, кнопка кондиционера. Много, кстати, ходит в интернете мнений, что вот такие зеркала заднего вида, которые расположены на капоте, это нифига не удобно. Это расхожее мнение, потому что в чем их удобство? Когда ты едешь за рулем, ты не отвлекаешь свой взгляд вправо или влево, чтобы посмотреть, какая ситуация у тебя сзади. Взгляд у тебя направлен всегда вперед, и ты всегда, у тебя в поле зрения твои зеркала, и достаточно просто перевести немножко глаз, чтобы посмотреть, что у тебя находится сзади. Но ощущается машина немножко как «Газель» или как «Волга», потому что что, спереди у нас независимый «Макферсон», сзади у нас рессоры зависимые, поэтому немножко машинка на кочках-то будет подпрыгивать. В планах у владельца ее занизить, поэтому все, у тебя есть Инстаграм, ВКонтакте, давайте здесь прорекламируем, чтобы все следили, как тебе занижать рессоры будут. В дверях у нас имеется пепельница, самое нужное, что нужно в машине. То есть, действительно, когда ты едешь в такой машине, особенно дизельной, несмотря на то, что ты стелишь, что ты самый стильный в потоке, но все же нервно-то ты покуриваешь, потому что, не дай бог, что-то отвалится, какая-то запчасть. Не исключен тот факт, что ты хрен ее вообще найдешь теперь, либо она идти тебе будет лет 10 где-нибудь там из Нижнего Зажопинска, у какого-нибудь Виталии, сзади в гараже оказалась какая-то дверь ржавая, которая единственная на рынке. Что, проверим, как она ощущается в динамике. Поэтому 1.8 дизель, газ в пол. Ну, какая-то динамика присутствует. То есть как-то, кое-как-то мы поедем. Но, по словам владельца, максимум, сколько из нее он выжимал, это было 140. Потому что, во-первых, дальше становится страшно. Во-вторых, становится жалко машину, потому что дизель на 140 он начинает греться. То есть есть свои нюансы у такого мотора, у владения такой машиной. Спидометр по классике всех японских автомобилей размечен на белую и красную зону. Красная зона у нас начинается после 100 км в час. И, соответственно, после 100 км в час, как во многих старых машинах японских, японской культуры, начинает звенеть колокольчик, который предупреждает о том, что ты достаточно быстро едешь. Тоже очень такая уникальная японская приколюха, которую сейчас практически нигде не встретишь. Никаких помощников, ничего, никакой ABS, TCS, ничего нет. Хоть, конечно, Toyota и японские автомобили славились тем, что все какие-то прорывные технологии были сначала у них в тачках в какие-то во времена палеозоя, то как бы здесь это самая настоящая японская жига, как бы не дать не взять. И подвеска на самом деле жесткая. Несмотря на то, что сейчас мы едем по достаточно усосанной дороге, и ощущаются все ямы будут ощущаться на даже плюс-минус хорошей дороге. Ну, увы, как бы время берет свое. Да он бардачок с ключа закрывает.
Нам стало жарко, поэтому правой ногой мы пододвигаем открывашку стекла, вставляем ее и... Опускать до конца нельзя. Но я говорю, самая настоящая жига. То не делай так, не делай сюда, не чихай, а то сломается. Методы ремонта тоже подходят жиговские. То есть что-то сломалось на трассе, остановился, капот открыл, пару раз ключом постучал, оно снова завелось, поехало. Как бы в очередной раз скажу, что та же самая Жигули, только с японской надежностью. Что можно сказать в итоге про такой автомобиль? Ну, безусловно, стоит начать с того, что этих машин осталось нереально мало. То есть даже сейчас, заходя на вторичку, вы увидите 2-3, ну от силы 4 живых варианта. Ну, естественно, за них будут требовать большие деньги. Грустно, что в России этим машинам применение нашлось в зимнем дрифте. И, к сожалению, не в профессиональном, а в любительском. То есть машина будет ушатанная по кузову, она будет вся сгнилая. Скорее всего, будет гнилое днище, поэтому... Если вы найдете эту машину в хорошем состоянии, я скажу, что ее действительно стоит брать. Потому что это классический японский универсал. Он квадратный, он красивый, он будет привлекать внимание. И некоторые новые автомобили не так много внимания к себе привлекают, как этот. Ну и на этом мы с вами будем заканчивать, дорогие зрители. И я хочу вам сказать, до новых встреч. Подписывайтесь на все наши социальные сети. Следите за новыми новостями. И всем пока-пока. Арис есть, а если найду? Тойота, японцы делают вещи. Немцы делают автомобили, Тойота делает вещи. Нихуя они не меняются. Работает как новый прадик. Поэтому, если хотите посмотреть на нормальные машины... То да, вот сюда, там нормально. А тут, ну, вот это. Дзынь, Тойота.